Выдохнули. Выборы прошли, считают голоса, надеются, что подсчеты будут справедливыми, надеются на новую жизнь. О новой жизни, недалеко от столицы, в рассказе Елены Механик. Посмотрите. Каких-то 150 километров от столицы и новая жизнь. Село с многообещающим названием, а на деле две улицы, да с десяток дворов. Не бежишь ни на автобусы, ни на метро, никуда. Стал спокойно, шел, поработал. И живешь. Дорога в новую жизнь оживает нечасто, как правило, в аккурат перед выборами. Вот тогда село заваливают, нет, не продуктами, а гидками и обещаниями. Перед выборами все обещают золотые горы, а только выборы прошли, и будьте здоровы. Ивановна и сосед Иваныч делают запасы на зиму. Выборы выборами, а в новой жизни не позаботился о себе сам, до весны не дотянешь. Сложно представить, но здесь депутатов просят о, казалось бы, банальных вещах. Чтобы хлеб сюда привозили. У нас же тут не магазина, не мы. Магазин 7 километров от нового жития. Нашему приезду в новой жизни обрадовались. Собрались ехать голосовать на выборы, да машина заглохла. На местные лошадиные силы надежды никакой. А железные кони в новой жизни еще и в такую погоду не видаль. У Владимира Ивановича в новой жизни началась своя новая жизнь. Президент, тут я. Тут всю политику зовнішню, внутрішню приділяю я. А це вже всі остальні. На его ферме, как в украинском парламенте, все шумят, едят, и все равно им мало. Владимир Иванович держит руку на пульсе, как вечер, так и смотрит новости. Его маленькое хозяйство словно отражение большой политики. А то были у меня два козли. Назвал Виктор Федорович, Виктор Андреевич. Бо один такий був вредний, то був Виктор Федорович. А другий був такий більш спокойний, покладістий, був Виктор Андреевич. А тоді там друга коза родила одну козочку. Назвали Юлія Володимирівна. Я їй вінка і сусідці подарив на день народження. Красота. Вот и сейчас, во время выборов, в курсе всех новостей. Дивіться зразу на фізіономію чоловіка. Чесна фізіономія людини. Тепер відкриваємо його бригаду. Подивіться, так раз. Ну всі красавці, да? Такі всі роботящі, такі всі люди добросовісні. Слово за слово, немного поспорили, и политпрогноз от новой жизни уже готов. Когось-то выберут, кто-то туда всунется, но потом он по крышке лежать меня на готове. Несмотря на то, что здесь все политически сознательные, больших изменений не ожидают. Говорят, новая жизнь, скорее всего, будет жить по-старому. Без дорог, без газа. Может, кому-то проголосовать и хотелось бы, но новой жизни выборы не оставили. На выборы не могу ехать голосовать за то, что нема на кого козочки оставить. Елена Механик, Наталья Неделька, Алексей Шматов. Подробности. Телеканал Интер.